Привет всем, дорогие друзья, вы на канале Hot Game TV. Я начинаю очередное PvP. Точнее, я уже его записал, я просто делаю комментарий поверх того, что я уже записывал. Так, я решаю пойти на базу соперника, конечно же, но тут слишком много людей, поэтому я решаю выждать. Я пытаюсь уйти подальше, на случай, если сейчас ОЕшки пойдут. А у ешек нет. Никто не охраняет, человек убежал, и я думаю взять. Только спрятаться от того, что там застрял, чтобы он меня не заметил. И я, конечно же, захватываю базу противника. Теперь я иду немного вперед, чтобы встретить врага, когда они побегут возвращать свою базу. Вот, я не замечаю человека справа, который бежит перехватывать свою собственную базу. Но хорошо, что мой напарник здесь увидел это. Все, теперь наша задача просто сдерживать врага, пока наши не прибегут. Нас уже трое. Здесь главное выжить, дожить до момента, когда прибудет подкрепление. Я кидаю Корси в дарт, такой дренчик небольшой на соперников, подлечиваю себя и товарища немножко, чтобы дольше продержались. У меня мало хп, надо немножко отойти подлечиться. Я не хочу использовать лечилку. На крайний случай хочу оставить, но тут на меня кидают дебаф, и сейчас придется ее использовать. Вот. Все. Благодаря захвату двух баз мы сейчас получим огромное преимущество. Я умираю, конечно же. На мне там сконцентрировались сразу двое. Я опять решаю идти к вражеской базе, но тут я уже не питаю надежд перехватить ее. Я скорее хочу отложить взятие этой базы противниками. Поэтому я сразу слепуху кидаю, чтобы человечек поспал. Я иду кидать еще раз, но меня сейчас выбьет из стелса. Но я успел дать слепуху. Даю стан. И ухожу в стелс опять. Так, вот я сразу не заметил, что он опять начал захватывать. Я иду давать ему слепуху, но она почему-то не срабатывает на нем. В третий раз. Как будто у него какой-то иммунитет появился. Ну, я решаю, все, пора отходить к центру. Теперь главное удерживать преимущество. Буду следить за нашей базой и немножко харасить в центре, в медле. Вот это я называю медлом. Так, по привычке контровски. На, постой. На, умри. Так, все чисто на нашей базе, я вышел посмотреть на это. Так, я кидаю Корси в дарты на врагов. Там не очень большой урон, 3000 урона в течение 3600, в течение 18 секунд. И хожу, подрезаю тех, кто слишком далеко зашел, так сказать, кто оторвался от стаи своей.
Надо получить очки нападения. Вот эти вот кубики дают очки нападения. Что они в игре дают для команды, я точно не знаю. Вот там уже бегут на нашу базу двое, но их всего двое. Их быстро примут сейчас. Ну, это было самоубийство просто. Со стороны этих ребят. Но они, конечно, пытаются хотя бы что-то сделать. Вот я бегу, тут подлечиваю себя, своих товарищей. Ничего особенного, так. Теперь пойду прирежу этого парня. Точнее, попытаюсь, но мне не удастся. Он закрылся щитом. Я стою, жду, когда он снимет, но он убегает. Ну, вот так вот потихонечку набиваем врагов, зарабатываем очки. Эта игра хороша тем, что я в начале игры умудрился захватить базу, а так я потихонечку, как обычно, играю. Подлечиваю себя, товарищи, и подрезаю потихонечку. Оперативник классный класс. Приятно им играть. Наша база в порядке, в центре никого, и я думаю пойти сейчас вперед. Вот там три человека сидят, они, короче, курят уже. Пытаются заработать очки защиты. Так, я думаю, сейчас вот этого надо добить, но я пытался дать ему стан, а у меня стан в откате, как вы видите. На R у меня стан, он был в откате и до сих пор в откате. И я облажался. Тут я падаю в стелс, но не замечаю, что на мне висит граната, которая сейчас выбьет меня из него. И все, я тупо пытаюсь убежать, но не получится. Не получилось. В общем, парочка ошибок и все. И я слег. На этом игра заканчивается. Итак, я смотрю статистику, ничего особенного я не сделал, кроме захвата базы в начале игры. Ну так, подрезал, похарасил немножко. Наш хиллер заработал много очков. MVP очков. Вот как-то так. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!